Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Васечкин Кирилл, я капитан команды Инфракап. Новенький на этом турнире. И как начался ваш дебют? Судя по всему, вы начали, стартовали очень ярко, забить гол с середины поля. Мы старались как могли, но, к сожалению, не выиграли. Не выиграли, да. Проиграли. Скажите, с да. каким счетом и кому? Счет, по-моему, 7-2, команде ЦППК. К сожалению, не удалось собрать оптимальный состав, сыграться перед игрой, перед началом турнира. Но мы будем работать над этим. Соответственно, вам это и помешало, да? Выиграть скорее, эту да. игру. Да, многих игроков сегодняшнего состава мы увидели впервые на поле. Соперникам не знакомы? Нет. Ни с кем из команд, да? Скажите, какие цели, задачи, планы на турнир? Как минимум сыграться. Будем показывать хороший результат. И дальше стараться, может быть, какое-то даже призовое место занять. Здорово. Вам спасибо. Желаю вам таких же ярких голов и побед. Спасибо большое.